готовиться, но если враг на нашу землю придет, придется защищать, кто бы он ни был. Такое же было в 14-м, когда начиналась война. Но тогда покупалось все, вне зависимости от того, что было. Когда развалится Россия, тогда все закончится. Когда Путина в наручниках и с мешком на голове привезут в Гаагу на трибунал, вот тогда оно все закончится. Все пойдут по домам. Те, которые хотят к нам прийти нас, на нас войной, вот это им обернется тем же.